На корабле будем идти, будешь снимать? Я уже снимаю. Уже снимаю? А, лазурный берег. Не, красиво, красиво. Тихо, спокойно. Нету ветра, как в Париже дня два назад. Время как будто остановилось. Вот почему здесь отдыхают богатые люди. Тишина и покой. И климат, несмотря на то, что, ну, скажем так, не так уж и... Пасмурно, да. Просто пасмурно, но на самом деле тепло, достаточно тепло. Сколько? 21 градус? Сейчас на улице плюс 19, показывал Яндекс. А завтра вообще плюс 15. Но эти плюс 15, как в Москве, плюс 20. Ну, 25, наверное. Ну и сейчас где-то плюс 25. А вон там, вон, яхт-клуб для богатых людей. Абрамович сегодня не приехал, но сказал, что заплывет, с нами поздоровается. Да. Сейчас вертолет покажу. За ним отправит. Да, там, вон, где? Вон там, вон там. Где Каннский кинофестиваль проходит в белом здании. Там недалеко вертолетная площадка. Опять же, бинокль за сколько там? За 1 евро, да. Но он такой вот. Вот такой вот. Да, 1 евро. А вон рыбаки. Где? Ну да, это вот, видимо... И вода, скажи, какая бирюзовая. Да, вода цвет здесь бирюзы, согласен. Просвечу. Очень-очень. Она не видна? Бирюзовый цвет. Вот так вот должно видно быть. Вот так вот. А? Красота! Тишина. В Париже время летело, не заметно, а здесь какой-то... Мы продолжаем движение, следите за новостями.